Здравствуйте, друзья! Обратная сторона Луны до сих пор скрывает немало тайн. Но игра Moon Mystery, которая выйдет сегодня, задает вопросы посложнее. Что случилось с первыми колонистами спутника? Зачем туда прибыл герой? Какие опасности его ждут? И почему никому неизвестный польский шутер выглядит лучше Starfield? Чтобы найти ответы, предстоит ездить на луноходах, летать на кораблях, стрелять, решать головоломки и следить за уровнем кислорода. Завтра разработчики из WayForward переведут стрелки на башенных часах. В Clock Tower Rewind придется побегать от маньяка с ножницами так же, как в классике 95-го года. Графику и звук не изменили, но добавили новое вступление и сохранение. В новой Life is Strange время будут отматывать игроки, но этим их возможности не ограничатся. Макс Колфилд выросла и научилась полноценно перемещаться между параллельными измерениями. Эта способность пригодится ей в расследовании убийства своей подруги и отразится в геймплее. Помимо привычного выбора вариантов ответов в диалогах, нужно решать головоломки сразу в двух временных линиях. Double Exposure уже восхищаются игроки, получившие расширенный доступ по предзаказу. В четверг Sony выпустит обновленную Horizon Zero Dawn. Nixus постаралась подтянуть графику до уровня Forbidden West, поэтому системные требования выросли до уровня сиквела. Также перезаписали диалоги и добавили поддержку ультрашироких мониторов, технологии масштабирования и сохранений из оригинальной игры. Тогда же выйдет первое за 10 лет Dragon Age. События The Veilguard развернутся на севере Тедоса, спустя 10 лет после финала Инквизиции и заключительного сюжетного дополнения. Игроки соберут в своей команде Стражей Завесы, чтобы спасти мир от вырвавшихся на свободу эльфийских богов. BioWare обещает самых проработанных компаньонов серии, которые смогут крутить друг другом с романы, дружить или соперничать, встречу с изменившейся до неузнаваемости Морриган, динамичную боевую систему с тактической паузой, три класса персонажей со своими талантами и специализациями, гибкие настройки сложности и никакой Денува. Тем, кто уже не верит в BioWare, скоротать «Хэллоуинский вечер» помогут ремастер экшена Shadows of the Damned от Гаити Суды и Сидзи Миками. И крупнейшее дополнение к Vampire Survivors, целиком посвященное Castlevania. А на следующий день можно будет помочь спартанскому царю Леониду победить своих внутренних лавкрафтовских монстров и спасти родину от безумия в карточном роглайке Last Spartan Glory Other Madness. Может, даже получится сбросить в яму персидского посла с криком «Это карта!». Еще одна порция лавкрафтовских кошмаров ждет игроков в комиксном шутере Forgive Me Father 2, который на днях выбрался из раннего доступа. До полноценного релиза также добралась Wayfinder от авторов Darksiders Genesis. Разработчики прислушались к критике и превратили ММО в одиночный ролевой экшен с поддержкой кооператива. Версия 1.0 достиг и уже привлекший немало игроков процедурный шутер с эвакуацией Zero Sievert, Indie Tarkov с привкусом Stardew Valley в антураже сталкера. Любители платформенных файтингов наверняка оценят продолжение красочной Rivals of Aether в духе Super Smash Bros. Скучающие по Hollow Knight могут дать шанс рисованной метроидвании Voidrot, играть в нее лучше с геймпадом. А тем, кто хочет чего-то подинамичнее, стоит присмотреться к фэнтезийному слэшеру Awaken Astral Blade от китайских разработчиков. И напоследок еще один хоррор. Российская Seatown Games предлагает выяснить тайну исчезновения подростков в провинциальном городке в атмосферной Dreamless. На этом все. До встречи в следующем выпуске Games Blender, друзья!